But I think that not everyone understands Russian here. Either. But it's better for you to do that because you could convey more and probably understand more. No, you handle it. Or maybe someone can translate. We could do that if you will. Right. Mm-hmm. Молодец, очень-очень хорошо, конечно. Расскажи немножко больше про себя. Ты сейчас в каком классе? Ну, в 10-м, и потом будешь поступать дальше? Какой? Есть еще 11-12. Угу. А, да. Ага. Да. То есть еще 2 года в консерватории, да? Да. Ага. А потом ты хочешь профессионально? Я еще не так знаю, но... Но я думаю, что когда я пойду в армию, то будет что-то тоже связано с музыкой. Ну, да, знаешь, что я хала. Приготовишься просто к экзаменам, да? Да. А ты играла это уже на сцене? Нет. Первый раз? И здесь первый раз на этом помещении первый раз. Да. Это мамаш, это... Еще вот-вот-вот, еще сырое, еще не вышло с печки. Ну, очень хорошо, для первого раза замечательно. Ну, а ты сама как думаешь, что бы тебе хотелось больше изменить, исправить, там, улучшить? На втором партии там больше мелодий показать. Паренки. Хорошо. А что ты еще? Может быть, у меня были места, что я делала немножко резко, что я показала, что надо легче больше. Да, я абсолютно согласна, и очень хорошо, что ты это сама слышишь, это замечательно. Ты себя контролируешь во время того, как ты играешь, это очень хорошее качество. Да, мне показалось действительно, что если бы мы не знали, что это арабеска, то мы бы никогда не подумали, что это арабеска, потому что что такое? Ты знаешь, что значит это слово, да? Что это безделушка, да? Это как бы что-то... непонятное такое. Ну да, оно и непонятное, и оно и такое изящное, непритязательное, да? То есть мы, конечно, должны помнить об этом всегда, когда играем. То есть мне показалось, что немножко все в целом так по-деловому. Ну и из-за того, что это первый раз, это абсолютно понятно. Вот. То есть, мне кажется, темп немножко быстроватый. Ну, тоже может быть, потому что ты волновалась, да, и первый раз. Да. То есть, немножко нужно больше обратить внимание на слова «андантина», да. Про конмота уже можно забыть, потому что это уже есть. Да? Значит, больше андантина и больше, конечно, пьяно. И еще в целом как-то хочется больше воздуха, да, воздуха, света, вот этого всего. То есть тоже как дальше, да, вопрос, как мы это будем делать. То есть что-то придется облегчать и фактуру как-то правую руку высвечивать, что-то больше, чтобы свет лился, да? Давай попробуем еще разок сначала. Как это написано, понимаешь, гениально, оно само будет высвечиваться. Просто немножечко, знаешь, более закругленно и все. Там нечем многовато, немножко баса. И баса, и даже с самого начала, вот то, что ты, мне кажется, придерживаешь, да, даже первый вот этот аккорд. Потом ты показываешь.
Thank you.
вопросу о свете и воздухе, да, чтобы сыграть. Это потому, что ты вот так ровно играешь, вот здесь, очень честно получается, так. Очень хорошо, качественно, но нам здесь нужно добавить еще что-то, кроме этого, да? То есть попробуй высветить верхний голос лучше, и вот здесь как раз как сфразируй это более как-то гибко, да? Давай попробуем. Мы вообще можем, ну, вот где-нибудь здесь.
так сильно погружаться в клавиатуру, когда, ну, в данной пьесе, во всяком случае. Постарайся, чтобы больше какой-то постарали добавить, да? И вот здесь пьяно тоже, оно же как бы, ну, должно быть как-то с воздухом тоже, да? Чтобы не было та-та-ти, та-та. Как будто что-то из оперы Мусоргского играешь, такое основательное, да? Нет, здесь совсем другую краску просто нужно найти. Только вот, да, на последние четыре минуты.